Привет, друзья! Мое любимое сочетание оттенков и все тот же эффект радиального размытия. Здесь все отлично относилось, без отслоек и сколов. Я сняла старое покрытие, сделала аппаратную обработку кутикулы и обезжириваю ноготок спиртом. Покрываю тонким слоем прозрачной базы с легким выравниванием. Не надо каплю в этом случае, так как сверху предстоит еще один слой базы. Это Latex Strong Base, крепкая база, и нанесла я ее сначала тонко, а потом чуть-чуть добавила и равномерно распределила по всему ноготку. Она отлично выравнивается. Сушу в LED-лампе 48 Вт 30 секунд. Покрываю гель-лаком. Я выбрала нежный весенний оттенок молодой зелени. Покрываю как обычно. Если у вас более пигментированный гель-лак, достаточно одного слоя. Просушила и наношу камуфлирующую базу. Наношу так, как будто собралась укреплять, то есть с каплей. Нанесла сначала тоненько, подводя максимально близко к кутикуле. Поставила в зону точки апекса каплю. Слегка ее распределила, центрирую в перевороте, сушу и покрываю топом. Подпилила периметр, сделала визуализацию, то есть убрала толщину торца и обещанный барельеф. Нежный весенний веночек в такой же цветовой гамме. Клиент счастлив, а я рада, что угодила. Ну что ж, как вам дизайн? Мои любимые, но спорные оттенки. Очень люблю сложные сочетания. Нравится? Ставь лайк. Благодарю за внимание. Всем пока.